15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying. And when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music. Всем привет! Добро пожаловать в Dance Chart, и я думаю, что вы все прекрасно знаете, какая тема была на этой неделе самой обсуждаемой. А, конечно же, День Святого Валентина. Поздравляю всех вас с прошедшим праздником. И, конечно же, феноменальное выступление Рианы на Super Bowl. Если вы его еще не видели, обязательно посмотрите его у нас в телеграм-канале Dance Chart. Меня зовут Родион Гордин. В ближайшие 30 минут я сыграю для вас самую лучшую танцевальную музыку этой недели. Ну и для разогрева давайте сегодня послушаем Риану и Калвина Харриса с треком We Found Love. Мы начинаем.
Dance Chart Родиона Гордина. Самый обсуждаемый артист нашей планеты на этой неделе — Риана и Калвин Харрис с треком We Found Love на старте Dance Chart на этой неделе. Немножко освежили мы в памяти эту классику. Если вы еще не видели выступление Рианы в этом году на Суперболе, сделайте это обязательно. Это очень крутое шоу. И, кстати, чтобы не пропускать все самые яркие события из музыкальной индустрии, подписывайся на наш телеграм-канал t.me/dancechart. Все ссылки есть в описании к этому шоу. Там же ты будешь получать все самые новые выпуски этого шоу и всю подробную информацию касаемо этого чарта. Меня зовут Родион Горзин. Ближайшие 30 минут для вас, как всегда, самая лучшая музыка, 10 самых крутых танцевальных хитов на русском и английском языке. И, конечно же, в финале хит-парада мы узнаем, какой хит на этой неделе будет номер один. Я также по традиции передам приветы новым подписчикам нашего телеграм-канала, так что будь рядом. Лучшая танцевальная музыка со всего мира. Dance Chart Родиона Гордина. Номер 10. Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Приезжай, обними. Все равно, что скажет кто-то, рано или поздно. Позвони мне, позвони. Может, это мне продолжать. На мозгу горят огни. Я хочу услышать голос. Позвони мне, позвони. Позвони мне, позвони. Гордина. Dance Chart Родиона Гордина. Номер 9. Please.
обладатели Грэмми в этом году за лучший поп-дуэт Сэм Смит и Ким Петрос с треком Unholy. На этот раз мы прослушали его в ремиксе от Disclosure. Кстати, дайте мне знать, какой ремикс на эту песню вам нравится больше всего. Присылайте ваши сообщения мне в социальных сетях или оставляйте ваши комментарии прямо под этим шоу. До них DJ Smash с песней «Позвони». Сегодня он прозвучал с 10-й позиции нашего чарта. Неделю назад он был с концертом в Дубае. И также недавно он представил еще один новый сингл с Мариной Кравец. Возможно, скоро услышим его также в нашем дэнс-чарте. У нас дальняя новинка от Арсика и Асти. Новая песня «Кукла» в ремиксе Рамиреза и Павлова. Главный дэнс-чарт интернета. Дэнс-чарт Родиона Гордина. Номер 8. Я помню, попала в капкан. Помню холодное лето и укусное пать. Последний письмо в телеграм, что ты без ответ. И спасибо за это. Дэнс-чарт Родиона Гордина. Номер 7. Yeah.
главный дэнс-чарт интернета. Еще раз большой привет всем, кто со мной. У микрофона я, Родион Гурдин. Надеюсь, у вас отличное настроение. Только самая лучшая музыка, без рекламных пауз и без лишней информации, как это обычно бывает на радио. Все это здесь, на самых крупных подкаст-платформах интернета, совершенно бесплатно для вас. Главный дэнс-чарт интернета. Дэнс-чарт Родиона Гордина. Если вы хотите поддержать это шоу, не забывайте ставить лайки там, где вы его слушаете. И, конечно, делитесь этими выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Все ссылки в описании. Номер 6. На шестом месте на этой неделе один из самых больших танцевальных хитов нашей планеты Оливер Три и Робин Шульц с треком «Miss You». Дэнс-чарт Родиона Гордина. Дэнс-чарт Родиона Гордина. Мы находимся в самом центре хит-парада, и перед тем, как мы узнаем, какой хит на этой неделе займет пятое место нашего чарта, традиционные приветы подписчикам нашего телеграм-канала, потому что, да, помимо того, что вы получаете все самые последние новости, информации, эксклюзивный контент по этому шоу, вы также получаете приветы в рамках этой передачи. Так что подписывайтесь все, кто хочет получать приветы в рамках этого шоу. Ну а сегодня приветы получают Дмитрий Кочемазов, Мария Бургарте, Евгений Карпеня. Карпеня, сколько лет, сколько зим. Будок Лувак, Ксения, Игорь Шендарович и диджей Лавров. Каждую неделю мы будем передавать приветы новым подписчикам, так что обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все ссылки есть в описании к этому шоу. Меня зовут Родион Гордин. Мы продолжаем слушать самую лучшую танцевальную музыку нашей планеты и уже очень скоро узнаем, сумеет ли инстасамка на этой неделе занять первое место хит-парада. Дождись и не подсматривай в трек-лист, хоть он уже опубликован под этим шоу. Ну а прямо сейчас мы встречаем хит номер 5, и это «Маркул Стрелы» в ремиксе от Микиса.
вкус богат, ты танцуешь как будто одна, но я делаю вид, что у меня есть комната. Мы не скроемся точно, сколько не поменяли бы комната. Я смотрю на тебя и жалею, что мы это даже не вспомним. Но увы, ты даже не спорил, ты снова услышишь. Ты холодный снежный принц, внутри твоей груди красные языки. Мы с тобой молча летим на красный. Ты так хотела увидеть звезды, но я покажу только, как они гасят. За окном и стен, из переходов и стен. Он не играет ни с кем, кидает ни сверх. Я не покажу тебе свет, что? Почему же ты еще здесь? Ты танцуешь как будто одна, но я делаю вид, что у меня есть комната. Мы не скроемся точно, сколько не поменяли бы комната. Я смотрю на тебя и жалею, что мы это даже не вспомним. Но увы, ты даже не спорил, ты снова услышишь. Ты холодный снежный принц, внутри твоей груди красные языки. Ты отпишешься от всех птиц, белый как меня, не подумай. Стрелы, трек, который стал саундтреком моих выступлений последнее время. Кстати, Маркул обещает, что скоро состоится его большой сольный концерт в Риге, так что ждем. И, кстати, что касается ближайших мероприятий, то 24 февраля мы с вами встречаемся в ночном клубе First Mir на большой тусовке Dance Chart'а. Лучшая танцевальная музыка со всего мира. Dance Chart Родиона Гордина. С каждым шагом мы приближаемся все ближе к хиту номер один. И на четвертой позиции сегодня Дэвид Гетта и Биби Рекса с треком I'm Good. Номер 4. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah. Она выглядит как супер-мега-звезда. Она выглядит как...
такой всегда. Она выглядит как деньги у нее в глазах. Она выглядит как супер мега звезда. Она выглядит как, выглядит как, выглядит. Она выглядит как мама среди всех в этом клубе. Ее вид всегда шикарен, но не сидится идеально. У нее всегда все окей, ты должен ей открыть. С сумку пятый, она яркая, чаты кашли тебе. Она выглядит как мама среди всех в этом клубе. Ее вид всегда шикарен, но не сидится идеально. У нее всегда все окей, ты должен ей открыть. Дэнс-чарт Родиона Гордина. Дэнс-чарт Родиона Гордина. Номер два. Дэнс-чарта Майли Сайрус и Flowers. Еще один саундтрек прошедшей любовной недели. Сегодня она остается номером 2, но, возможно, вернется на первое место уже через неделю. Узнаем. Трек-лист сегодняшнего шоу ищите, как всегда, в описании к этому выпуску на той платформе, на которой вы его слушаете. И оставляйте ваши комментарии, какой трек за сегодняшний выпуск вам понравился больше всего и кого вы ожидаете увидеть на первом месте хит-парада ровно через неделю. Лучшая танцевальная музыка со всего мира. Дэнс-чарт Родиона Гордина. Первое место сегодня занимает инстасамка и за деньги, да. На этом я, Родион Гордин, прощаюсь с вами до новой пятницы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Dance Chart, если хотите оставаться со мной на связи всю неделю. И большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Услышимся через неделю. Пока. Номер один. Я вообще делаю, что хочу. Хочу импланты, звоню врачу. Кто меня не любит, я вас не слышу. Вы просто мне завидуете, я молчу. Я не молчу, когда я хочу. Я не продаюсь, но за деньги, да. Мой продюсер говорит, ты поп-звезда. И, кстати, мой продюсер, это мой муж, да. Я не
скажу в ответ ничего на день. Я скажу привет, если бабок нет. Нет. Слышу любимый звук, это звон монет. А не там, где не рук, это мой концерт. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю биты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Я еще отдыхаю. Да, я так богата, и я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, то тут королева. Я раскидываю бабки направо и налево. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерты, я читаю под фанеру. Эту сумку мне муж купил. Эти роликсы муж купил. Кольцо с бриллиантом мне муж купил. Муж купил, мне муж купил. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю биты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Главный дэнс-чарт интернета. Дэнс-чарт Родиона Гордина.